Здесь мы можем заметить, что линия должна проходить здесь, потому что если она будет здесь проходить, она больше не выйдет. Может, это или между есть. Ними, если будет проходить, тоже не выйдет. Да, тоже. Непонятно. Нет. Там два варианта, поэтому... Здесь. Да, вот здесь. Можно так один. И здесь. А здесь не обязательно. Как это? Нет, здесь. У верхней не обязательно, второй не обязательно. Самое, я бы советовал поставить крестик, там ты точно линию быть не можешь, тогда будет понятнее. Вот здесь. Здесь вот. Сразу становится понятно, где единица линии проходит. А здесь еще да, пока непонятно. Да. Вот эти единицы уже есть три крестика. Ну, вот здесь тоже. Да, так, да, то же самое. Да. И здесь тоже. И последний тоже. Угу. Значит? Здесь, на самом деле, должен быть выход. Да. Вот здесь мы поставили три крестика. И здесь точно линия внизу проходит. А вот здесь почему она проходит? Пока да, непонятно. И, кстати, там тоже было непонятно. Да, это то же самое. Вот эту линию мы нарисовали кусочек? Нормально, жирно. Жирно нарисую. По-настоящему. Да, это точно линия проходит. И здесь жирно. И нет. А вот нижнюю нельзя. Давайте, то есть, может быть, она и будет, да, но... Нижнюю пока неизвестно. Да. Ну, но здесь можно поставить. Да, здесь крестик можно поставить, правильно. Если линия проходит сюда, то... А вот у нас этот отрезочек есть. Вот мы только что вот этот нарисованы, да? Да? Куда от него линия? Из другого конца, куда проходит линия? Из правого конца. Да, на самом деле она только может. Да, вниз. А дальше куда? А поскольку здесь крестик, она идет сюда. Значит, вот здесь вот линия, поэтому... здесь тоже можно крестик нарисовать. Здесь? Ну, потому что здесь уже есть. Да. Вот. И поэтому эта линия не работает здесь. Да. Да, и здесь крестик. Значит, проходит. Она у дальше. Правда, вот уже хорошо. И здесь сюда не может, значит, сюда. Угу. Здесь не может, потому что сюда не пнется. Туда и это... поскольку здесь уже один сосуд, надо сюда. Ну, поэтому это должно вниз. У вас есть жирная? Ну, это тоже вот, там тоже известно, на самом деле. Да, это известно. Там три крестика уже стоит. Ну это кто может сказать? Здесь постоят, да. Нарисовано оно. Нарисовано просто действительно. Здесь крестики. Угу. Поэтому да. Здесь сажание не работает. И она здесь работает соединяться. Да. И смело. И здесь тогда пойдет в это. Отлично. Сюда она не может пойти. И тогда она снова должна сюда пойти, здесь, снова вверх. Теперь вот здесь еще, потому что поскольку здесь три крестика, эта линия обязательно. Поэтому мы можем провести. И сюда. Она не может идти, вот так, потому что если нам придется здесь крестик, нам нужно сюда, и тогда вот здесь мы уже не пойдем, поэтому нам надо наверх идти. И здесь...